со Христом. Он не был там, он не был, ну, духом и заодно и человеком, как Иисус Христос, да. Но на самом деле он был обычным человеком, то есть, да, как и все другие. Но и поэтому у него не было других больше оправданий сказать к тому, что он начал сомневаться, тот есть Иисус Христос, хоть и он получил там 1000 подтверждений, ну, грубо говоря. So this was a proof that he was not Christ. Да, это было подтверждение, что он не Христос. That he was not supposed to be held at the same level with Christ. Да, и что он должен был быть находиться and на одном уровне с Христом. And anybody who is doing that is going against the word of God. Да, и каждый, кто... And he's going against Jesus. Going against the word of God and he's going against Jesus. Anybody that is like exalting John the Baptist over Jesus is against the word of God and is against Jesus. Поэтому каждый, кто сравнивает Иисуса Христа с Иоанном Крестителем или делает даже выше Иоанна Крестителя, чем Иисуса Христа. And do you know why I'm saying он this? Он идет против слова и против вообще против Иисуса Христа. I'm saying it because the Mormon Church started. Да, I'm saying it because the Mormon Church started because their founder Joseph Smith claimed that John the Baptist was the one that baptized him. Да, и мормоны, например, вот мормонская церковь, они начали вот такое вот, скажем, учение о том, что Иоанн Креститель, он больше, чем Иисус Христос, то есть потому что он крестил его. То есть обосновываю так. So that is why it's important for, you know, what I'm saying now is very important. То есть то, что говорю, это важно, на самом деле. You can see that John the Baptist even died. He saw that he was beheaded and he died. Да, и можем видеть, что Иоанн Креститель, он был обезглавлен и он умер. So it was not possible for him to even come up and baptize anybody again after his death. Да, и поэтому не было для него возможным потом после смерти подняться и опять кого-то крестить. So be careful of all the teachings you'll be hearing from people around you concerning John the Baptist. Да, поэтому будьте, ну, вообще будьте как бы осторожными his по поводу каких-либо учений, но... His life was so similar to that of Jesus that a lot of people are now trying to, you know, some people might come along and try to manipulate you into believing John the Baptist instead of Jesus. Да, и кто-то пытается, может, убедить вас в том, что Иоанн Креститель на самом деле это больше, чем Иисус и все остальное. So please have that in mind. Поэтому, да. Amen. Будем помнить это. And the last последний момент на сегодня is he had the testimony of Christ. У него было свидетельство Иисуса Христа. Testimony of Christ. Свидетельство Иисуса. Luke chapter 7, 24-28. Луки 7, 24-28. Okay. When John's messengers had gone, Jesus began to ask the crowds about John. What do you go out into the wilderness to see? A reed shaken by the wind? Really, what did you go out to see? A man dressed in fancy clothes? Look, those who wear fine clothes and live in luxury are in royal palaces. Really, what did you go out to see? A prophet? Yes, I tell you, and even more than a prophet. This is the man about whom is written, see, I'm sending my messenger ahead of you who will prepare your way before you. I tell you, no one has ever been born who is greater than John. Yet even the least important person in the kingdom of God is greater than he. Итак, по отшествии же посланных Иоанна начал говорить к народу об Иоанне. Что посмотреть ходили вы в землю пустынную, отрось ли ветром колеблемую? Что же смотреть ходили вы, человека ли одетого в мягкие одежды? Не, но одевающиеся пышно и роскошно живущие находятся при дворах царских. Что смотреть ходили вы, пророка ли? Да, говорю вам, и более чем пророка. Сей есть, о котором написано, вот я посылаю ангела моего перед лицом твоим, который приготовит путь твой перед тобою. Амин. Амин. Да, и 28 тоже. Ибо, говорю вам, из рожденных женами нет ни одного пророка более большего Иоанна Крестителя, но меньший в Царстве Божьем больше его. Амин. So now, as you can see here, Jesus was testifying about the legitimacy of John the Baptist. Like the authenticity, how authentic he was original.
Да, то есть и тут Иисус говорит о том, что насколько был, да, он истинный пророк, насколько он был неповторимый пророк. Yeah, I was saying that he was the greatest man that lived on earth. That was what Jesus said. Иисус говорит, да, что не было, ну, больше пророка, то есть он один из, он самый большой пророк, скажем, да. No, he said, no one that has ever been born. This is my translation. There is no one that has ever been born. So nobody on earth that has ever been born is greater than John the Baptist. That was Jesus speaking. Да, то есть Иисус говорит, что вот ни одного пророка не было больше, чем Иоанн Креститель. То есть Иоанн Креститель был самым большим. So you can see that in this place Jesus was testifying about John the Baptist. Да, то есть здесь он говорил, здесь он как бы свидетельствовал о Иисусе Христе, вот, точнее, о Иоанне Крестителе. То есть Иисус Христос свидетельствовал о Иоанне Крестителе. And he even called him the greatest man to have ever lived. Да, и назвал его самым великим, кто когда-либо жил, самым великим пророком. And this brings us to this question. И это нас ведет вот к вопросу. What is Jesus saying about you? Что Иисус говорит о нас? Is he looking at you and saying, yeah, this is my true son, this is my true warrior, this is my true soldier, you know, this is my true friend, he is this, he is that, look at what he's doing for me, and look at how great he is. He's just saying the same thing about you. Господь также говорит и у нас, на самом деле. То есть, что мы являемся этими воинами, да, что мы крепкие, что мы царственное священство, что мы избранные, что мы способны на всякое доброе дело, что мы победители в нем, через его кровь, через Иисуса, в Иисусе Христе, да? So this is a question you should be asking yourself. Поэтому what is Jesus saying about задайтесь me? Вопросом и найдите это в местописании, кто мы есть. Да, в Галатам написано много, написано в посланиях тоже много See, написано. What is Jesus saying about you? Да, и что Иисус говорит про yes. тебя? That's what I want to hear. Like, what is Jesus saying about you? Is Jesus testifying, you know, about you? Is he saying something nice about you? Just start thinking about it, meditate on it, and then look at your life. And the only way you're going to know that Jesus will say something good about you is if you read his word and keep his commandments. Да. И на самом деле, когда мы читаем Слово Божие, когда мы исполняем заповеди, да, когда мы То, что Господь Иисус говорит, две заповеди, это самые большие. То есть возлюби ближнего, возлюби Бога своего. Yeah. То есть, да, когда мы исполняем это, когда мы любим Бога, когда мы читаем Его Слово, мы можем видеть, что Он говорит о нас. And when we have this personal relationship, then you know that when Jesus is saying something like approving you, like, you know, testifying for you, да, and when you know your life will be complete. Личные отношения с Богом, тогда мы можем тоже слышать от Бога, как, что Он говорит нам, какие слова говорит. So this is my desire every day for Jesus to testify about me. И поэтому есть это мое есть желание, вы знаете, чтобы каждый день Господь он свидетельствовал обо мне, чтобы он был, что он гордился со мной. Jesus said this immediately after John doubted. И вы знаете, это Иисус говорит после того, как Иоанн Креститель сомневался. But then Jesus did not hold that against him. И видим, да, что как бы Иисус Христос не обиделся на Иоанна Крестителя, то, что он не сомневался о нем. Yes, he's a human. So for you now, you might have your faults. Да, и у нас могут быть наши вот падения. You might have your weaknesses. Наши слабости. But I don't think that will make Jesus disapprove of you. Но не думай, что это вот твои, скажем, минусы, да, твои, то есть твои вады, или как это сказать, то есть твои недолики, да, они смогут как-то обидеть Иисуса Христа. Yeah, because John doubted Jesus. Иоанн Креститель сомневался об Иисусе Христе. He doubted Jesus, but still Jesus exalted him. Иисус потом прославил его. Immediately after. Сразу после этого. So it does not so that you have weaknesses, that you have some challenges, you know, you have a sin that you are struggling with, and you have something that is in your closet, you don't want anybody to know about it. It does not mean that Jesus will reject you or not say anything nice about you because of it. Да, и если даже мы порой живем не так, как надо жить, все равно Господь
он не отвернется от нас. Все равно Господь Он любит нас. You, he knows your heart. Он знает наше сердце. And he knows that indeed you want to be. Он знает, что мы можем. You want to know Him and you want to be on His side. Мы можем быть с Ним, мы можем двигаться, как Он, мы можем. Your Lord and your personal Savior, no matter what. Да, и Он хочет просто быть Господом нашим. Он хочет, чтобы мы жили им, и тогда нам не придется смотреть на наш грех, на наши все эти поступки. Господь знает вас, Господь знает вас больше, чем вы знаете себя. No matter what situation you're in, focus on having a personal relationship with Jesus. Поэтому где бы ты ни нашел себя, He's going to take care of you. Смотри на то, чтобы иметь личные отношения с Богом, и Он позаботится о тебе. He's going to take care of you, take care of your weaknesses, take care of your challenges. О твоих трудностях, о твоих вызовах. Следуй за Ним и будь с Ним просто, и все. Amen. Amen. Let's stand up on our feet. Давайте поднимемся. Father, thank you, Lord, for your word. Благодарим Тебя за Твое слово, которое мы приняли сегодня. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus, for your greatness. Thank you, Lord, for what you've taught us today. Thank you for making us realize that you love us despite our weaknesses. We want you, Lord Jesus, to say something nice about us, to brag about us, to boast about us. And Lord Jesus, we commit our lives into your hands, Lord. And we pray, Lord Jesus, that you, Lord King of Glory, cleanse our lives and make it your own. Очищаешь, Боже, нас, Господь, вместе с Христом. And Lord Jesus, confirm us, Lord Jesus, just like you confirmed John the Baptist. Да, Боже, и как ты подтвердил себя и Анаказилию, Боже, так ты подтверждаешь, Боже, каждый раз. Боже, благодарю Тебя за каждого человека, кто здесь, чтобы слушать Твое слово. Боже, что мы понимаем, что наши слабости. Боже, наши слабости не являются причиной, чтобы Ты отвернулся от нас. Because your love for us is so great that you are willing to help us. Твоя любовь настолько велика, что не будет причины, которая отвернет Тебя от нас. Thank you, Lord Jesus, and we pray, Lord King, Lord, that You touch our lives this day. Господи, Ты касаешься сейчас нас. Help us, Lord, to overcome, Lord King, Lord, all our challenges and all our weaknesses and everything, Lord Jesus, that is struggling, Lord King, Lord, take our lives away from You. Да, Господи, Ты даешь нам силу, Боже, побеждать всякие, Господь, вызовы в нашей жизни, Боже. Because we want to live for You and You alone. Да, Боже, мы хотим жить для Тебя только и все. And thank You because You understand this and You're going to help us. Понимаешь нас, Господи, Ты даешь нам силу. Because You love us. Ты любишь нас. Worship your holy name, Father. Поклоняемся Тебе, Иисус. In Jesus' mighty name of Иисус Христом молимся. Amen. Amen. Praise the Lord. Слава Богу. Praise God. Слава Господу. Who received something? Кто что-то получил? Was blessed. Кто был благословен? I was also blessed. God bless us in Jesus' name. Okay, let's bring out our offering. Давайте сейчас приготовим наше пожертвование десятины. As we pray on them. Да, и будем молиться. In Jesus' name. Аллилуйя. Father, we thank you for this. Благодарим Тебя за этот день, Святой Тебя, за этот вечер. Thank you, Lord, for the wonderful word of God. Благодарим Тебя, Боже, за это чудесное слово, которое Ты дал нам. Thank you, Lord, because You are teaching us. Благодарим Тебя, потому что Ты учишь нас, Господь. You are giving us the grace to stand. Даешь нам благодать, Господь, чтобы стоять Тебе, Господь, чтобы стоять. Thank you, Lord, for the tithes. С Тобой я соблюдаю Тебя за десятины пожертвования. Боже, мы верим, что Ты благословишь каждого из нас в Иисусе Христе. Иисусе Христе умолимся. Amen. Once in all this, You gave me life and I can't explain just how much You mean to me now that You have saved me, Lord. I give all that I have to You and every day I can be a light that shines away.
every day, Lord, I let us stand upon your word, and I pray that I may come to know you more, that you will guide me in every single step that I take, that every day I can be a light unto the world. Every day it's you I live for, every day I follow after you, every day I walk with you, my Lord. Every day, it's you I live for. Every day, I follow after you. Every day, I walk with you, my Lord. It's you I live for. You are live for every day. You are live for every day. Yes, you are live for every day. Yes, you are live for every day. Yes, you are live for every day. You are live for, you are live for every day. Yes, you are live for every day. Yes, you are live for every day. Every day, every day. Yes, you are live for every day. I swallow after you every day, walk with you, my Lord. Every day, it's you I live for. Every day, I follow after you every day, I walk with you, my Lord. Yes, you are. Аллилуйя, да, можем присесть на некоторое время. Так, и объявление, скажем так, на следующую неделю. Вот. Понедельник, пятница у нас с 8:30 до 10:30 утра молитвы. Вот, утренние проходят с понедельника в пятницу. Вот, и в четверг у нас, как обычно, тоже с 8:30 до 5 вечера проходит молитвенный марафон. Вот, в среду в 6 часов вечера у нас здесь молитвенное служение. В понедельник у нас пасторский час с 6 до 7 вечера. И в 7 часов вечера у нас в офисе церкви, да, как и там пасторский час будет, там и будет в офисе церкви братское служение, поэтому все братья приглашаем, ну, те, которые уже, уже не уже, какая разница, короче, те, которые вот брат, вот если брат, да, вот если говоришь на русском и понимаешь русский, то да, приглашаем тебя тоже на братское служение, вот в 7 часов вечера иметь общение и молитвы, и Слово Божие разбирать вместе с братьями, вот это очень хорошо. И тоже сестринское служение по четвергам в 6 часов, не будет сестринского служения, а, да. Точно, потому что будет особенно у нас неделя, вот, будет пост и молитва с вторника в пятницу, 3 дня, вот, и будет каждый, вот, вторник, среда, четверг будет молитвенное служение в 6 часов вечера, вот, в этом зале, и в пятницу будет в 4 часа, с 4 до 6 будет молитвенное служение, и в 6 часов, получается, мы заканчиваем наш пост, вот, хлеб преломления. Okay, amen. So the announcements quickly. On Monday, we'll be having practice praise and worship. This time around, it's going to be general praise and worship for all the teams. So if you're interested in joining the praise and worship, you're all invited from 6 p.m. From 6 p.m., we'll be having practice here on Monday. So join us if you want. And if you want to join the praise and worship team, you can meet me, you can meet Jose, and we'll talk about it and we can start. So Wednesday prayer is there, and this week is fasting and prayer week, beginning from Tuesday from 6 o'clock.
and then on Friday 6 o'clock, and Saturday we'll be having a normal practice, praise and worship practice from 5 or 6 o'clock, maybe from 4 o'clock, and then having our teenage ministry meetings from 3 o'clock, I think, from 2 o'clock, and then 6 p.m. we're having youth meeting for those that can understand Russian. But if you want to learn Russian, not stopping you from going to the meeting. In fact, it would even be good for you to learn Russian, because then you have to associate with people that speak Russian. And before you know it, you start speaking yourself. And on top of that, it's about God, and you gain more, you know. When youths gather, things are nice and wonderful. So I encourage you to go if you want to go, and God bless you. And Sunday, we'll be having just one service, Holy Communion service. Yeah, I've already said that. So we'll have one service next week, Sunday, and that'll be Holy Communion service by 11 o'clock. So please join us. На следующей неделе, значит, в следующее воскресенье будет только одно служение на 11 часов утра, поэтому помним, да, не приходим на 4:30, а приходим в 11 часов утра, будет общее служение, хлеб приновления, поэтому на первое служение месяца. Holy Communion service, so we expect you. Мы будем ожидать тебя. As you comply with the announcements. Amen. Amen. All right, let's stand up and pray. Давайте поднимемся и будем молиться. Thank you, Father, for the service. Thank you for all you've done. Thank you for everybody that's present in this place. Thank you because we are living here with a package from you that's made to richly enhance our lives and make you better. Огнем, Господь, Твоим Словом Божьим, Иисуса Христа. As we are going back home, Lord, we pray, Lord Jesus, that you give us grant us mercies and let what you have done, Lord Jesus, let us share with people around us, Lord, so that they too can benefit. And they too, Lord Jesus, will praise your name. In the mighty name of Jesus Christ, we pray. Тебя за новую неделю, Amen. В имя Иисуса Христа молимся. Аминь. Let's share the grace, many grace of the Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit, be with us now and forevermore. Amen. Surely, his goodness and mercy follow us all the days of our lives, and we shall dwell in the house of the Lord forever and ever. Amen. God bless you. Have a nice week. Будь благословит вас благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми нами. Аминь. Будь благословит вас. Прекрасной недели.